Давным-давно, когда чужие чуть не сожрали няню из игры «Commander Keen», в те далекие времена прыгал по ЕГА экранам славный малый Дюк Накем. Громил, не напрягаясь, толпы вредных созданий. Бегал в космосе без скафандра и вообще вел себя как настоящий герой. Но память о нем была смыта потоками крови «Вольф 3D» и «Дум». И вот теперь перед нами новый Дюк Накем. Предыстория игры такова. Где-то далеко в космосе каким-то гадам не давала покоя мысль о том, что где-то есть такая Земля, и на ней живут люди. Эти гады прилетели на Землю и решили людей извести под корень. Но людям не впервые встречать столь наглых гостей, поэтому метод борьбы с ними прост, как все гениальное. Из района прибытия были все эвакуированы, и туда был заслан нахальный молодой человек, не имеющий понятия о достижениях гуманизма, зато умеющий стрелять прежде, чем думать. Вы еще не поняли, кто это? Да это же наш Дюк. Только теперь он возмужал, поправился, с лица спала краснота от разрешения мониторов типа ЕГА, и появились темные очки. Ваша задача проста и одновременно сложна. Нужно уничтожить всех интервентов, которые подняли на землян руку. Программа «Компьютер» заканчивается.